dvhub.ru. Зарплату нам не платят февраль, март, и получается пособие расчетное, как нас уволили 31 марта, нам должны были заплатить расчетную всю зарплату за должность, которую должны нам ООО «Лермонтовская». Коров наших всех бросили, людей тоже бросили, никому, получается, не нужны остались. Мы обратились к людям, обратились, чтобы все нам помогали. Если бы нам люди не помогли, у нас бы скотина просто-напросто начала бы умирать от голода, так как у нас ни сена не было в наличии, ни кормов не было, и было бы очень большой падеж. Ну, у нас коровы похудели маленько, но как бы вот, что смогли, люди нам собрали денег, корма нам привезли, купили. Большое огромное спасибо всем, хочу сказать, хабарачанам, которые люди собирали деньги нам. dvhub.ru